Добрый день, друзья! С вами Квестоник. И мы с вами сегодня будем играть в такую игру, как Snow Monster Truck Stunt Driving. Вот у нас наш Monster Truck такой. Так, вот он наш Monster Truck. И надо... на таран идти. Вот так, с машиной. И... уничтожать. Либо они меня уничтожат, либо, скорее всего, я их уничтожу. Надо еще такие места правильно ходить, куда бить. Лучше всего в бок, потому что забирается больше, видите. Так, вон. В бок ударил и практически все жизни. А в лобовую, видите, всего лишь чуть-чуть забрал. Ничего. Так, тут только одна, что ли, машина? Так, а что у нас вообще по камерам тут? Есть такая, вообще не очень. И все, в принципе, да? Да. Так что внутренний тут нет. И крутящийся нет, только когда назад бежит. А он сам себе подорвался. Так, вот еще один выехал. Где ты сейчас у тебя? Так, а что они сами взрываются, наезжают на эти бочки там, походу? Горючее какое-то. Так, у меня уже весь капот помятый. Так, тут нельзя никак там отремонтировать или что-то такое. Сейчас на таран, бам, на. Еще чуть-чуть осталось добить. Так, тут нам, к сожалению, пока что только один монстр трак дается, новеньких нет. Так, ага, кстати, их зад тоже много жизни отбирает. Поэтому надо бить либо туда, либо туда. Так, теперь я на эту бочку наскочил. Блин. Ну, хотя жизни у меня немного отобралось. Так. Блин, проскочила. Сейчас я тебя все равно догоню. Ай! Блин, вот какую-то фигню врезался. Так, что, нет еще? Живой? Это ненадолго. Так, давай уже. Это что ж такое-то, а? Там ему осталось на один этот толчок, а ему его даже цепанул чуть-чуть. Ну вот сейчас должен иди сюда. На тебе. Блин. Сейчас пока доездишь, все здоровье свое потрачу. Так. А, тоже уже еле-еле едет. Ага, тут еще один. Ну вот уже все. Ну, сейчас я и вас тоже оформлю. Так, на СТО. Где ты? А, вот он. Давай, вот, на. Ого. Тут у меня уже жизни мало осталось. Блин, а как же тут этот? Тут нельзя, что ли, ремонт ее отдать или как? Ай, о, еле-еле. Так, о, а вот нам дали и новый Monster Truck. Интересно. Так, надо как-то в аварию заехать, есть где-то въезд. То буду там, кататься сами по себе. Так, хоть жизнь тут полный. Этот набор. Так, идите сюда. Сейчас двоих сразу. О, одного с одной тычки. Это что, помощнее, что ли, будет? Не понял. Интересно. Ну, этот трак пожестче будет. С одной тычки. Ага, пожестче. Двигать не смело. Вообще непонятно. Так, идите сюда, да. У передка вообще просто не как он едет, если движка вообще уже нет. Сейчас иди сюда.
Так, давай еще чуть-чуть. Тут, блин, куда ты текаешь? Я сам наскочил. Так, а это у нас что, режим новый? Да, тут уже надо будет ездить не с противниками, а просто именно вот, вот таким вот Impossible Tracks, как их можно назвать. Monster Trucks Stunt Driving. Ну, как можно назвать теперь этот режим. И это наш старый Monster Truck в предыдущем уровне, который был. Так, тихо, тут главное не выскочить за рамки вот этой вот дороги. Ой, 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 я куда-то улетел. А нет, вернулся я на путь. Так, давай назад, ладно. Ну, что, не застрял, что ли? Все. Странное. Так, и это, надеюсь, финиш или нет? Нет, не финиш, походу. Где ж тут финиш? Уже так долго еду, это ужас. Так, главное повороты не делать, когда перепрыгиваешь с трамплина, потому что улетает куда-то непонятно. Так, надеюсь, ты вернешься в нормальное положение. Не понял. А, ну так, в принципе, можно. Поехали. Так, интересно, хватит мне разгона. Где ж финиш? Чекпоинт, походу, очередной. Да ё-моё, заново-то не хочется уже. Давай на колёса становись. Ага, так, понял. И поехали. Это что ж такое? А, наконец-то, ё-моё. Дождался этого финиша. Так, и на месте, выполнил. Так, а у нас тут новый Monster Truck. Что покруче смотрится, давайте-ка мы, ладно. Потом, если придется разворачиваться, потом посмотрим. Так, ну треки все такие же длиннющие, походу, будет. Тут какие-то мега-вентиляторы такие здоровенные стоят. Так, тихо. Опа. Думал, там пропасть, это наш внизу. Ладно. Ой, нет. Так, ага, все-таки на дорогу стал. Блин, тут такого, кроме вот этих прыжков, ничего особо и нет. Не знаю. Так. Наверное, еще дольше придется идти летать. Там, ё-моё. Все кажется, что нет больше дороги, я куда-то улетел. Они еще ниже и ниже. Так. Только вот этих не надо, кульбитов. Так, а там что внизу? Нет. А, ну хоть на дорогу упал. Это хорошо. Но придется заново. А, как-то быстренько финиш оказался. Так, поехали снова. Какая-то снежная карта. Что это такое? Так. Ну, опять это же самое однотипное будет. Даже поворотов никаких нет. Тупо просто прямая дорога, как вот эти вот трамплины. Так, это получается чекпоинт, вот это вот. Кружки, вот эти всякие ромбы. Так. Пока вроде ровно нет.
Блин, только с ковроном все прохожу. И начались вот эти вот полеты не туда. Так, тут даже ускорения никакого нет, но... Ой-ой-ой, там начинается. Тихо. Так, назад надо. Так, и теперь погнали дальше. И вот наш финиш. Наконец-то приехали. Ну все. С вами был Квестоник. И всем пока.